«Зеленого вам». С таким лозунгом передали привет самарские проводники студенческих отрядов своим коллегам в другие города. На железнодорожном вокзале активисты устроили настоящий концерт. Здесь звучали гимны студенческих отрядов. Сегодня строим, завтра на земле. Строим жизнь, нам это важно. И энергичные композиции. Какой мы синенький оттенок. Не потеряй, чтобы жизни фрагменты. Просто живи, наслаждайся моментом. Флешмоб объединил 12 вокзалов России, от Москвы до Челябинска. Музыкальный привет смогли передать более 1000 студентов, которые работали летом проводниками. Одна из таких активисток – Татьяна Яковлева. Девушка состоит в студенческом отряде с 15 года. Говорит, что просто увидела объявление о наборе и после первого собрания поняла, что это ее. В 2015 году у меня была первая целина в пассажирском вагоне депо «Самара». Я пришла на стажерский рейс, трудоустроилась и поехала в город Москву. Бойцы студенческих отрядов проводников ежегодно участвуют в данном флешмобе. Все бойцы студенческих отрядов проводников в 12 городах собираются на вокзалах при вокзальной площади. Передаем приветы всем городам, всем пассажирам, поздравляем их с праздником, с будущим днем железнодорожника. На период летних перевозок бойцы, как сами себя называют лидеры студенческих отрядов, объезжают самые топовые маршруты от Сибири до южных регионов России. Но перед тем, как стать настоящими проводниками, участники 3 месяца обучаются азам профессии железнодорожника, правилам безопасности на дорогах, сервисным услугам, изучая законы о перевозках пассажиров. В этом году в Самаре было трудоустроено более 200 человек. В рамках этого флешмоба они хотят показать свое единение. Они оказывают нам непосредственную помощь в летние пассажирские перевозки. Они полноценные железнодорожники. Только после этого они приходят к нам уже трудоустраиваться. Они делают дублерскую поездку уже со штатными проводниками. И уже они готовы полностью оказывать услуги в поездах и радовать наших пассажиров. На вокзале отдыхающие от дороги пассажиры были приятно удивлены концертом. Очень хорошо, молодцы. Очень понравилось. Неожиданно было сегодня? Или вы знали, что он тут? Нет, неожиданно. Мы только с Нижнего Новгорода приехали. Концерт начался. Молодцы, ребята. Это поют студенческие отряды, которые тоже... Ну, я уже поняла. Я тоже приехала с Москвы, и там студенческие работают. И работают будет так хорошо, активно, вообще вежливые такие. Очень милые. Молодцы. Летняя стажировка в поезде – отличная возможность объездить всю Россию, увидеть богатство ее природы и пообщаться с разными этносами из 54 уголков страны. Валерия Куценко, Василий Колдашов. События.